Ну что, последние штрихи в нашей работе, просто зацени. Это детская комната в межапарке. То есть фишка в том, что это сделано примерно как в голландском, бельгийском стиле. Почему этот архитектурный элемент оставлен тут и почему он здесь важен? Я тебе расскажу. Есть такая фишка, как детей делают Монтессори, то есть дети Индиго, как из простых детей делают необычные. Обрати внимание на это окно. Это не такое окно, как у тебя дома, то есть оно конкретно непропорциональное. И если мы посмотрим на потолок, этот потолок, он тоже несколько неординальный. Когда мы в Голландии занимались подобными вещами, голландские дизайнеры мне рассказали очень интересную историю. Когда-то люди, ученые, собрались и взяли всех знаменитых личностей планеты Земля, не идейных, не то, что, знаешь, Максим Горький, да, потому что он нужен был в советской эпохе, и из него сделали какую-то личность, или там Солженицын, он просто нужен был политически кому-то, и он был создан. А если взять таких, как Вагнер, Дали, как, ну, то есть настоящих людей, которые изменили планету Земля. Так вот, фишка в том, что все эти люди появились в определенном кругу. То есть, если взять на планете Земля, круг отвести, то все эти таланты были рождены там. И когда взяли эти места, где были рождены эти таланты, то выяснилось, чтобы из ребенка что-то получилось, его нельзя загонять в квадрат. В квадрате практишь гуд. То есть, должно быть неординарное решение. То есть, когда ты родился, проснулся и лег спать, у тебя должно быть неординарное решение. То есть нельзя ребенка загонять в четыре стены. И когда ребенок растет в таких подобных вещах, то его мозг начинает работать несколько по-другому. То есть для того, чтобы родить маленького гения, ему нужны совершенно другие условия. То есть вид из окна, у тебя должна быть совершенно другая архитектура. И вот тогда мозг маленького ребенка способен быть талантливым. Поэтому, если вы его загоняете в определенные рамки, не только архитектуры, еще образование и многие-многие-многие вещи, то вряд ли на выходе из него что-то будет. Если из вашего ребенка ничего не получится, у вас нет будущего. Чем интересна эта квартира? Тем, что когда мы ее закончим, это будет необычное жилье за стандартные деньги. То есть, что ты купил бы в Сирийке, где-либо квартиру, что ты купил бы квартиру здесь у нас, в необычайном проекте. И это все не маркетолог, не маркетинг. Это действительно штука, за которой есть жесткое основание. Ну, а я тебя приглашаю посмотреть эту квартиру в этом доме, если ты ищешь сейчас подходящую квартиру для своей семьи. Телефон где-то там внизу. Звони.